вот что нам понадобится для рецепта. Кабачки, зелень, курица, яйцо, сыр, растительное масло, специи, соль и у меня итальянские приправы. Поподробнее о количестве, сколько надо ингредиентов, я оставлю под видео. Кабачок я натерла, курицу надо меленько порезать и обжарить. Ну что, давайте приступим к приготовлению. Первое, что мы делаем, это обжариваем курицу. Наливаем немного растительного масла. Выкладываем грудку и будем ее обжаривать. Она у нас должна, в принципе, быть готова. Грудку мы солим морской солью. Посыпаем специями, какими вам нравится. Я посыпаю красным травом. Ну вот курочка наша готова, она зарумянилась. Благо из нее лишнего масла. Вот на этом этапе можно положить турбит чеснок. Я его не кладу, так как перекус беру с собой на работу, такие кексики. Вот. В принципе, или на выходных, кто любит это очень вкусно, можно вот на этом этапе добавить чеснок. Сейчас займемся кабачками. Кабачки тертые дают много влаги, необходимо их отжать. Вот я уже отжала. Сюда мы добавляем яйцо. Зелень добавим. Добавим специи. Вот смотрите, я солить не буду. У меня соленая будет курица. В принципе, в специях, наверное, все скорее немножко соли есть. И если вы так не любите, вот на этом этапе можно еще посолить будет. Сейчас мы это все перемешаем и будем выкладывать в формочки. Все тихонечко перемешаем. У меня формочки силиконовые, в принципе. Я их смазала маслом, несмотря на то, что силиконовые, боюсь, вдруг не выйдут. Ну вот я распределила, должно быть вот таких 6 штучек из этого количества получится. Сейчас сверху мы будем вложить курицу. Вот мы сверху выложили с вами курочку. Немножко зелень добавим. И натрем сверху сыром. Вот у меня сыр сейчас пармезан, но вообще в идеале вот сюда подходит моцарелла. Если вот она очень хорошую корочку дает, растекается. Сыром я потерла, отправляем наши заготовочки в духовку. Потом посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, что будет вкусно. Ну вот такой перекус у нас из кабачков с курицы готов. Его можно брать и на работу, и в школу. Да и так держать в холодильнике и перекусить, когда очень сильно захочется покушать. Замечание одно только, что вот эту силиконовую форму я использовала первый раз. И почему-то плохо у меня в этот раз они выходили. Обычно выходит очень хорошо. Так что,
конечно, вот с собой удобно это купить в Икее бумажные стаканчики и сделать прямо в стаканчиках. Еще их вытаскивать надо из формы, когда они уже полностью остынут. А так очень вкусно, приятного аппетита. И не забывайте, что вас теперь ждет обед. А вот кто у нас любит курочку? Курочку. Ну-ка. Пошли. Маленький мой. Вот он мой маленький. Тоби, Тоби. Держи. Вот он маленький, да. Тоби любит. Любит курочку. Лежать. 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 Вот он маленький.